Ну и поступила в работу очередное творение под названием «Сан-Йонг Кайрон бензиномеханики». У нас здесь переделка на автомат требуется. На машине сделан какой-то типа советский антикор со всеми этими пушсалами, всеми остальным. Ну, как вы видите, что никто ничего тут не зачищал, эти жуки ржавчины, они просто поверху забрызганы. Забрызгали слоем несколько миллиметров это дерьмище, и как здесь работать с машиной, я хер его знает. Особенно вот надо быть таким мудаком конченным, чтобы забрызгать все провода, агрегаты. То есть надо будет полностью обделаться везде, обговняться, чтобы что-либо здесь с этой машиной сделать. Здесь тоже все это от выхлопной системы потекло. Все засрало, загадило, как бы, а мне здесь, соответственно, надо будет коробку прикручивать, автомат, трубки, все остальное. То есть, я даже не знаю, какими газетами, что ли, обклеить все это. Что вот, опять же, коррозия, которая там была на раме, никто это ничего не зачищал. Просто огромным слоем нахерачили этого пушсала везде. И дело с концом, блин, сделано. Классно. Все пыльники, все, блин, потому что пыльники мне тоже менять надо, они оба рваный внутренний, то есть мне, блин, надо все это будет туда лазить, делать. Кайл, классно, да? Ну и вот, допустим, туда, где как бы все же делалось без демонтажа, а вот сюда не лазили, да. То есть куда добилось той стороны антикором, этим пушсалом, оно вот так вот прямо на ржавчину легло. Все, ну еще нормально же, что. Ну, соответственно, что еще у нас? Забрызгали все, что только возможно. Здесь тоже все забрызгано антикором. Забрызгано здесь, 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 здесь. Как будто какой-то УАЗик. Поэтому нахрена здесь забрызгано, я вообще не знаю. Здесь как бы он никогда не гниется. Не он. Капот тоже нельзя открыть, пока не вляпавшись в этот антикор. Все как бы забрызгано. Охрененно просто, блин. Зато дешево, как говорится. Надо вот радиатор будет снимать еще. Радиатор при этом ни хрена не откручивается. Кондиционер, все закладные провернулись. Надо будет болты распиливать. Короче, началась шоу опять. Собери, блин, заколебись, убейся. Старый совет со старой кореец, блин. Я очередной раз думаю, когда еще с этим говном, с этим с антикори приезжаю, думаю, блин, а может оно мне не надо все. Зачем это все надо? Сколько раз можно уже все это делать? Потому что здесь, блин, мало того, что все старое, ничего не откручивается, так еще и все засрали этим антикором, блин, агрегаты. Надо будет полностью в говнище это залезть, чтобы что-то разобрать. О.